что наговорил? Что наговорил? Что-то вроде ничего лишнего. Ты самая лучшая газа, я думаю. Россия уже. Самая лучшая команда приехала. Вопрос есть? А как сыграли с лучшей командой в прошлом сезоне? Резко Ярин, ну рука же была, удар, гол! Так, все, с нами Драг Божич, начинаем. Я давай, не могу продеть микрофон. Говори, смотрим НЧЛ. Смотрим наш Черкизово лайв. Да. Смотрим наш Черкизово лайв. Я должен сказать. Да. Смотрим наш Черкизово лайв. Всем привет. Сейчас, выдвигаясь на матч с Арсеналом, решил снять еще один выпуск блога-влога. В следующем выпуске поговорим уже непосредственно об активностях на стадионе. А пока спешим на игру, вот я уже на МСК, и я постараюсь пообщаться немного с футболистами перед игрой. С Божичем, кстати говоря, хочу увидеться. По сути, он мой первый тренер в Локомотиве. Потом постараюсь посмотреть игру с юга. Станция Локомотив. Вот я захожу в Святая Святых, под трибунное помещение. А может, в пятом? Вот он, кстати говоря, студия наш Черкизово Лайф. Но этим мы сегодняшний выпуск закончим. Очень рады вас видеть. С возвращением. Спасибо. Я так не буду вас мучать сейчас перед матчем. Просто рады, да, в России вернуться? Да. Долго не протянули без России? Да, да, да. Ну, два года. Ну, вообще я рад, потому что вернулся и... Рад сегодняшней встрече тоже. Это первый тур. В первом туре всегда возможно какой-то сюрприз. И может быть усталость, может быть недооценка, может быть и мы выстрелим, так что посмотрим. Перед матчами, как мы знаем, вообще футболисты не любят особо разговаривать. Тем более перед стартом вообще всего сезона. Но я сейчас попробую подойти к некоторым ребятам, может быть, узнать какие-то их мнения. Кась, скажи пару слов. Скажи. Когда ты играл у нас не было еще лока-влога. Теперь есть возможность сказать. Как тебе здесь? Отлично. Ты изменяешься, Василий? Да, на двое я скажу. Уже шесть. Мы же в крыльях вместе играли, да? На тренировках как? Не-не-не, мы не играли, на старт. Самая лучшая газа, я думал, в России уже. Самая лучшая команда приехала. Вопрос есть? А как сыграли с лучшей командой в прошлом сезоне? Я не играл, не помню. Давай. Вопрос, да. Я не играл, потому что я не помню. Помнишь? 3-0 в гостях выиграли. В лагерях году и папы сыграли. Сильный? Очень сильно. С агроном Влад, который лучший агроном в стране. Который в мире, я бы даже сказал. В мире. В мире. Мировая пресса звонит. Ты в концовке прошлого сезона развлекался и рисовал. Там и все ЛМ в центральном круге. Сейчас... Я думаю, мы славную традицию продолжим. Увидим что-нибудь новое. Сейчас станем свидетелями того, как Руслан идеально давай. Просто... Давай, не издевайся. Ты будешь катить? Конечно. Ведой Руслан Алдарханов вырезает мячи, чужой штрафной. Обычно Рус это делает щечкой, но сейчас увидел камеру и решил сделать шведой. Идеально, идеально. На 25 минут выходит. О, себе читаешь? Да, что наговорил. Что наговорил? Да, вроде ничего лишнего. Кумиры. Буфон? Сейчас Ювентус взял честное. Согласись, вот ты сейчас сидишь, есть, да, какие-то мысли статические, что ли? Много мыслей. Не передать словами, так что я думаю. Эмоции так положительные. Большой профессионал своего дела. Паша Занузин отработал в прямом эфире. Мы с Пашей работали вместе полгода назад. Это после было этого Локомотив. Хорошо, давай повторим. Да. Ты скажи там. Я почти уверен, что будет победа Локомотива, причем такая довольно уверенная, как минимум два мяча. Включение.
постепенно первый тайм. У Локомотива было несколько стопроцентных моментов. Ари бил головой, Ари выходил один на один после замечательного паса к Вербели. Миранчук бил Леша нерабочий правый. А сейчас Фернандеш, ай-яй-яй, отдавал на Лешу. И что в итоге? Браво! Слышали, браво! Прокричал Габулов Сунзу, который успел в последний момент спасти свою команду от углового. В первом тайме мы атакуем в сторону северной трибуны, в сторону гостей. И посмотрите, какой приличный выезд у Арсенала. Во втором тайме буду я уже около юга стоять, так что и перформанс поднимем. И будем надеяться, что Локомотив во втором тайме сумеет отличиться именно в те ворота. Пока угловой подает Фернандеш. И Фарфан получает неплохую диагональ. Что будет делать? Будет вешать рикошет, и Габулов мяч забирает. Первый тайм закончился. Счет 0-0. Артем Галаджан разминается. Голкиперы. Миша Лысов. Коломейцев переобувается. Не знаю, не будем гадать. Давайте подождем второго тайма. Классный дриблик продемонстрировал Миранчук, отдал на Коломейцева. Коломейцев тоже хорошо ударил, но Габулов отбил их сейчас угловой. А сейчас Фернандеш. С резкой Ари, ну рука же была. Табло. Там еще и в руку мяч попал, Кверквеля классно пробил. Сейчас именно первый мяч все предопределяет. Именно мы его провели, сейчас где-то можем на контратаках может сыграть. Но вот Лысов это в принципе скорость, быстрость. Ворота Тульского Арсенала забил номер 33-й Соломон. И тем временем Мари отдает и... Время матча на исходе. Сейчас, я думаю, Гиля поднимет мяч в воздух. И да, прозвучал свисток. Поздравляем всех. Выиграли со счетом 1-0. Лидеры чемпионата. Конечно, формируют таблицу после первого тура. Смотреть смысла нет. Но начать чемпионат с победы, это, конечно, очень-очень важно. Сможете, да? Так, вот тут слева, у нас буквально 2 минуты. Так, все, с нами Драк Божич, начинаем. Я давай, говори, что смотрим НЧЛ. Говори, смотрим НЧЛ. Смотрим наш Черкизово лайф. Смотрим наш Черкизово лайф. Я должен связаться. Смотрим наш Черкизово лайф.